центральный проезд. Так, всем привет. Сегодня гуляю по улице Рождественка. Ну, короче, по пешеходным улицам. июня 2023 года. Я вроде живой. На улице 25. Наконец потеплело. Галерея. Собственно, приперся на улицу. Так, ну вот, начинаем отсюда видеофиксацию. Кузнецкий мост. Зайти посмотреть, как там. Работаешь, так.
Была арочка-то, я что-то не заметил. Можно было выйти. Она становится не пешеходной. Так, а мы идем сегодня по пешеходному. Отличная, 25, наконец потеплело.
ничего не видно из-за этого солнца. Куда я иду и зачем иду? Ресторан, что ли? Большой называется. Что себе ресторан какой? А, действительно большой. Да, большой, многоместный, я смотрю. Боюсь даже к меню подойти. Здесь как поменьше народу. Ой-ой-ой, эти дяденьки идут. Там нас чтоб не приняли. Фига себе. У нас театр. А, дирекция театра перед. Еще все распелись. Так.
пришли. ОМОН. Ой-ой-ой, да что ж такое они? Что, так можно, да? Большая Дмитровка. Это улица Кузнецкий мост, по которому шел сейчас. Что-то машин, блин, полно. Все куда-то едут. Там тоже какой-то ресторан. Как ему сходить? Понял, что. Горячие блюда. Пицца и спагетти. Падай. Падай. Так, ладно, пойдем дальше. Знакомились с ценами. Дабли вообще. Какие-то дабли. Летают. Итальянский ресторан. Тоже какой-то ресторан. Здесь у нас театр. Так, поэтому я решила, что
спускает. Да. Спускает. Покажу к улице, сейчас Тверская уже. Венгерский переулок у нас закончился. Пешеходный. Так, это у нас улица Тверская. Куда-то идут по своим делам, спешат. Вот куда мужик залез. Вот это залаз. Вот это залаз. Я понимаю. Еще выше, выше куда-то.
наконец хоть лето наступило, то вечно холод, то 15, то 18, еще и светло, с дождем. Наконец тепло хоть. Дошел до метро «Охотный ряд». Здесь у нас посадка, высадка производится пассажиров. Вторая жена.